В амбаре не осталось кукурузы. Как мы приготовим хлеб завтра? Завтра ступай на базар и обменяй водку на пот кукурузы. Того, кто предложит меньше, облей этой самой водкой и возвращайся домой. Водка тутовая, и в ней 80 градусов. Надо же понимать. И не приходи больше сюда. Ты чё, собаку ошпарил? Да нет, только лапы ей подогрел. Осёл ты, и отец твой осёл. Что ты сказал? Ну-ка стой там. Что это такое? Собака. Дрянь какая-то, а не собака. Не дрянь, это повар ее кипятком ошпарил. Заслужила, значит, тварюга. Она голодная. А ну-ка посмотрим. Да, не вовремя ее ошпарил душегуб. В жару рана заживает долго. А ну-ка принеси топленое масло. Смажем ее больные места. А лапа сама заживет. Пошли со мной. Thank you.
Какой умной она стала. Собака покусала мальчика. Внимание! Собаки болеют бешенством. Собаки наши враги. Бейте собак. Вчера собака покусала мальчика. Да, нехорошее дело случилось. Одолжи ружье. Зачем тебе ружье, Бадря? Собаку пристрелить. А в чем она провинилась? Старый ты стал. Даже утреннюю новость не слышал. Собаки, говорят, бешенством болеют. Откуда маленький мальчик может знать, чем болеют собаки? Дурак ты. Разве нормальная собака тронет хозяйского пса? Для такого дела я тебе ружье не дам. Чем же тогда ее убить? Чем хочешь. Иди. Ночью запри пса в сарай. Какое сегодня число? 23 августа. Наступила Варфоломеевская ночь. Несчастные собаки.
Ну как она? Переживает вчерашнюю ночь. Ничего, скоро забудет. Добрый день, Спиридон. Здравствуй. Уважаемый Спиридон, народ того недоволен. Во дворе Спиридона, говорят, вчера стрельбы не было. А что? Разве кончилась война? Или вернулся мой сын? Или вчера была новогодняя ночь? В честь чего бы мне стрелять? Не обижай село ради собаки. Убей пса. Наши собаки были не хуже твоей. Или ты думаешь, ты нашелся один такой, добрый? Как так, Бадря? Чтобы у моего гроба не выла собака. Не бывает тому. Ну смотри, дед. Не дай бог. Но если пес покусает моих детей, спалю твой дом и тебя заодно. Бадря! Слушай, смотря! Придержи-ка язык! И будь осторожен, иначе согрею я свои старые кости у твоего дома. Понял? Тихо, собака. Дай мне. Вставай. Есть разговор. Собака. Правы они, сынок. Нельзя ради нее обижать село. Возьми ружье, прихвати собаку и только выйди за село, чтобы я ничего не слышал. А что мне нужно сделать за селом? То, что сделали все наши соседи. Ступай, собака. Thank you.
Ну что? Все. Послушай, сынок. Если ты всегда будешь поступать так, трудно тебе придется в жизни. У всего на свете есть начало и конец, сынок. Не сегодня, так завтра наступит и мой конец. Это очень страшно, идти не зная куда. И потому не совру. Боюсь я смерти. Но ты не бойся, сынок. Я вернусь в этот мир. Вернусь в другом облике. Деревом, травой, птицей, собакой. И всегда я буду с тобой. Я никогда не оставлю тебя одного. Знай, сынок, чтобы тебе не доставило тепло и радость, будь то даже простой камень, это буду я, твой старый дед. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paraît-il des terres brûlées dont ne plus de blé qu'en meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là. À te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.